Ну что ж, приветствую вас, э, любители Майнкрафт Хоккей Лиги. С вами сегодня э, Сурик Даймонд, ваш любимый комментатор и просто лучший комментатор. И сегодня мы будем э, смотреть матч Автомобилист Спартак. Э, где он, кстати? Сейчас надо посмотреть. Я, видимо, не никто на арене. Да, э, значит, мы сегодня будем комментировать матч э, Автомобилист Спартак. И со мной я сегодня не один. Сегодня на комментирования и на аналитику, скажем так, во время комментирования я позвал а, Кугай, поздоровайся. Кугай Добрый вечер а, и Сорф, поздоровайся. Всем здравствуйте. Ну что ж, сегодня будем комментировать а, поистине интересный матч, потому что, а, по сути, команды, я так думаю, равные. А, тем более после того, как а, в Спартаке. Uh, убрали лучшего защитника, из -за, ой, лучшего атакующего из-за дисквалификации. Uh, поэтому будет интересно, что вы думаете на этот счет. Будет ли интересный матч? Да, конечно. Влад? Ну, как по мне, все равно, лично для меня фаворит в матча матче – это автомобилист. Мне нравится, мне очень нравится, как команда действует в последних играх, как они играют. Мне кажется, они набрали ту сыгранность, которая им была необходима. Так, секунду, мне придется поставить ворота, потому что кто-то не умеет это делать, кто-то не умеет это делать. Так, сейчас мы сделаем. Итак, в прямом эфире ставим ворота, да. Сейчас секунду, а можете тогда пока обсуждать. Как раз. А, как вы думаете, вот что вы думаете по поводу квалифика... дисквалификации топчика? Влад. Я ничего не могу сказать, я не до конца знают ситуацию до конца знаю, что там все произошло но мне кажется что если судьи дали дисквалификацию, то она была справедливой Костя, зовут? я знаю спасибо куга если что угу. ну во-первых во во этот казусный момент я до сих пор не понял и не, раз и не, и не разобрал его потому что Пока что на это не было времени, так скажем, но как многие говорят, Топчик это такой э, игрок, геймер, э, так, так скажем, токсичный немножко. Это чисто мое мнение. Так что не, то есть я его не придираюсь к нему, ничего ему, так скажем, не, не, не говорю ему, что это плохой человек, и все-таки по того... Просто поведение у него токсичное. Хорошо, спасибо, правда, как но мы тут, конечно, правда, обсуждали как как человека, как то, что его дисквалифицировали и дисквалифицировали его за кликер. Но хорошо, я понял вашу. Мысль. Но можно просто а... было подумать, что я его оскорбил. Нет, это звучало именно. Никаких так никаких осуждений, мы не осуждаем игроков, мы лишь их пресекаем за их ошибки. Ну что ж, у нас, как мы видим, выходят на поле. И как вы, скаж... как вы думаете, кто лучше кто лучше будет на воротах стоять? Зубрик или хард? Ладно. Хард, а опытнее. А, хорошо, спасибо. А, ну мне кажется, да, хард все-таки более опытный. Макарь и. Но при этом, мне кажется, что Спартак не будет создавать столько моментов, и поэтому у Харта не будет столько шансов проявить себя. Так что, возможно, и Зублик покажет в этом матче, что он достоин звания одного из лучших вратарей турнира. Хорошо, спасибо. Итак, и последний вопрос. Сможет ли показать себя вот в атаке Спартак так, как показывал он стопчиком? Да, потому что топчик, он в основном атакующий игрок, он не так часто опускался в нижнюю линию обороны. Это чисто полностью атакующий игрок. Он к обороне никакого мысла, никакого смысла не имел. Он максимум, что сейчас изменится, это получается только нападение. Нападение, да, но нападение. Вопрос-то в оно вопрос этом и заключался хуже ли нападение? Я сможет. считаю, что да. А, да, сможет. Мне кажется, что да. все-таки не хватит мощи нападения Спартака. Уже увидели мы, как вчера они сыграли с Салат Килаю. Особо в нападении не впечатлили, но моменты создавали, то есть шансы все-таки могут быть. И все зависит от вратарей обоих команд. Так, ну что ж, у нас, похоже непонятно техническое поражение или нет пока все дурачится а видимо будет играть а, 3 в 4 но давайте ставки сделаем да кугай какая ставка у тебя будет кугай хорошо влад какая видимо он отошел да хорошо ну, слушай, мне кажется, что я и прямо стал поставил на автомобилист. Ну, а при таком раскладе, если игра будет проходить в формате 4 на 3, то, мне кажется, про такая шансов совсем нет. Ну, у нас происходит выбрасывание, и Копфан сразу начинает проходить и заводить шайбу не, просто в ворота. 1-0, это было очень близко, за 9 секунд всего лишь, и там даже вратарь ничего не смог сделать. Мне кажется, главный тестом матча это больше смогут ли они побить рекорд по забитым шайбам. А, да, возможно. Ну или сделать какой сейчас? Какой на момент рекорд? Одиннадцать. 11? 11. Возможно, 10. Я не точно уверен. Но в любом случае. Посмотрим, будет ли... здесь Тебе надо задать технический вопрос. Так. А, можно ли проверить IP без essentials? А, так, сейчас, подожди. А, нет, наверное. Хотя можно, аутми есть. А что? А, да, здесь. Сет спросил. А, Сет спрашивал? Ага. Типа, S спрашивал, или что? Ага. О, интересно. Так, а, лисенок пытается. Ой-ой-ой, хороший удар а, наносит. Тем временем автомобиль залил второй гол. Да. прошло всего лишь полно игры. Да, это к сожалению для Спартака плохо, но так как они. Во-первых, Спартак играет в меньшинстве. А, спасибо, да. Так, вот, Лисенок с богом пытается провести, здесь может он отобрать шайбу, но пока не отбирает. И Лисенок от борта пытается пробить, но не получается. И посмотрите, пока Спартак атакует, и это будет интересная заявочка на то, чтобы забить гол. Сейчас он пытается атаковать, вот здесь будет удар, и удар был хороший, потому что был э, на свободный угол, но вратарь справляется и вовремя переводит мышку. Но тут Лисенок будет сейвить от гола, мимо Экофан ударяет и... Сейчас Экофан пытается пробить через борты, но тут э, блокирует Узбагой на эту атаку и пытается все же отбить все еще эту атаку. И тут Спартак пытается выйти в контратаку, но не получается. Хермес защищает ворота, э, защищает э, Э, так сказать, половину автомобилистов и... Ну, тут, конечно, мисс шоты пошли, но нормально. Проходит, думал, что кидает... Спар Спартак сейчас больше на вынос играет, но пытается все-таки зацепиться впереди. Это да. Так, Тима 347 пытается здесь пробить. Хороший удар, но дальше вынос. Лисенок пытается пройти. Здесь есть шанс, процвет есть, но догоняют защитники автомобилистов и... Пока что сейвят эту шайбу. пытается у здесь что-то поделать. Лисенок. Но ну что-то тут не получается у него выиграть. Пока против двоих игроков кликер не работает. И э, не получается пока что у Лисенка это сделать. Никакой момент сейчас мог быть. Сейчас, мне кажется, должны были забивать автомобилисты. Но у Тимы удар не получился. Прямо в зубрика полетела шайба. И шайба в итоге оказалась не самой сложной для того, чтобы ее отбить. И тут вот, смотрите, Лисенок опять пытается провестись, но, как мы видим, пока ничего. И Тима снова проходит на свободного, но решает пас дать фану какой-то непонятный, завозит за ворота. И за воротов... Нет, не будет. С Багоин его сейвит. А, и Лисенок пытается пройти снова, от борта сыграет, и получится у него это? Нет. Не получается. Тима, удар, еще один. Зубрик стоит получше, чем на первых минутах. Хотя там на первых минутах были очень опасные удары. И отразить их очень было трудно. Но, как мы видим, офсайд. офсайд. Yeah, ну что скажете по поводу вот как бы Спартака? Ну, мне кажется, очень тяжело им что-то будет в этом матче сделать. И даже... Если забьют несколько голов, это уже будет достижением для них. Да. Итак. Тем более, как мы видим, у Зубрика есть технические неполадки какие-то. Это да, это очень плохо, но Узбагоин пытается тут как-то поздать, и Лисенок потерял клюшку, но вернул ее снова. И... и... Снова в атаке автомобилистов? Да, в атаке автомобилистов это, ну, конечно, нельзя Пока что прекращать, но, как видим, не разбери их, на половине Спартака. Скорее всего, про большая часть игры так и будет проходить на половине О. поля Спартака Я не знаю, мне показалось, что сейчас был сайт. Если бы забили, то вполне стоило посмотреть вар. Да, согласен, но. Пока что даже близко к удару не подводит Спартак. Но автомобилисты посмотрите. И вот здесь... гол 3-0. Да на центр, на пятачок прямо, ну и там в уголочек прямо в правый верхний и все легко. И Тима забивает на передаче Экофана. Ну что ж, 3-0. Я думаю, что, конечно, шансы у Спартака отыграть малы, но они есть все-таки. В любом случае. Так, здесь вот получает шайбу Экофан. Играет на у Узбагоина и попадает в штангу. И у меня такое ощущение, что зубрик стоит без зажатия. Ой, извиняюсь. А, да, он стоит сейчас без вообще зажатия прокнук мыши. И там фактически можно было бы даже прямо пробить. И там а, можно было забить. Что происходит? Где вратарь? А, он вышел из игры. Но как мы видим, успокоен пока сейвят! Пустые ворота, лисенок встает на ворота. Сегодня очень интересная игра. Штанга! <свят> <свят> ой, ой ой Неужели И, ну, гол? все таки, все -таки гол. гол. Да, Зубрик. Прийти 4-0. Ну, если... Единственное, что я не, со... не совсем понимаю, но неужели Спартак не знал, что они не сможет мне в четвертый игрок прийти на матч заранее? И никто не заставлял играть именно в это время. Не понятно. Можно было договориться о переносе игры. Тут, конечно, неплохие... Ой, неплохие. Плохие слова пишет Зубрик, пишет пишет кто там. Ну, в общем, команда Спартака, они сейчас, так скажем, не в духе, чтобы обращаться со всеми с уважением и так далее. Поэтому сегодня у нас сейчас попытается Узбагоин встать на ворота. Посмотрим, что это... А, даже Лисенок попытается на ворота встать. И посмотрим, что покажет Зубрик в атаки, и тем более ему наложили мут Мне кажется, что все-таки это больше связано с вратарской линией, потому что если у зубика действительно были технические неполадки, то слишком много шайб было пропущено из-за этого. А так, есть шанс, что вратарь будет отбивать, и что все будет получше, но перчатка упала, и не было ее сейчас у Лисенка, и пропущена пятая шайба. Должны ли это за это давать штраф? По сути, это... Ну, <laughs> это инвентаря, но непонятно, честно говоря, потому что там есть некоторые а, нюансы. Допустим, без а, перчатки ты не получаешь должных эффектов. Поэтому, ну, видимо... На... Мне кажется, для спартака всё и так уже слишком плохо складывается. Да, и поэтому... Возможно, судьи э, дают некую поблажку. Да, тут думаю, не обязательно. И смотрите, Зубрик уже. И опять. Как 2М опять выходит, выходит финтица на центре поля. Пытается тут что-то сделать. Что-то какой-то переклик. Конец пошел. периода. Да, конец периода. какая. Что так? Ну что ж, мы тут у нас. Пока перерыв. И есть ли какие, какие, есть шансы, так сказать, как можно отыграть Спартаку? Вот как ты думаешь, Влад? Честно, мне кажется, что никаких. Слишком все плохо складывается в этом матче. Ух ты, ух ты. Вот это можно было бы с центра забить. По-моему, я еще не видел голов, когда забивали с центра еще в этом сезоне. Но зубрик у нас... Ой, блестяще, просто блестяще. Да. Руинит сейчас, похоже, катку зубрик к своей команде, и команда на него кричит. И да, там уже настолько все плохо у Спартака, что уже близко даже к развалу эта команда подходит. Кстати, какие вы бы хотели видеть переходы в следующее трансферное окно? Нет, ну определенно нужно обзавестись э, Йокерит более лучшим вратарем, и поэтому я считаю трансфер э, Кулгая, ну будет самым уместным. Потому что одного, ну, как бы, на воротах он играет как бог. Уже высказывался на этот счет Влад что он очень хорошо действительно на воротах играет. Ну, вот просто все отбивает, что у него летит. Он э, просто не допускает ошибки. Я считаю, это действительно поистине лучший вратарь в этом сезоне. Вы согласны со мной? Так, ну а если серьезно посмотреть, у нас в таблице после этого матча что будет? Кто выходит на первое место? Ну, очевидно, Салават. Салават стоит на выходит первое место, разве? Да, у Спартака отняли. А не, а не слишком ли много не слишком ли много потерь на очков Салавата? Не слишком ли много что? Очков потерял Салават до этого. А, йокерит меньше, я, я думаю, очков. Как минимум потому, что Салават, по-моему, выиграл Йокерит в последнем матче. А, Спартаку сняли очки за то, что дисквалифицировали топчика и автомобилист вначале... А, точно, и... я, я забыл про это обстоятельство, что у Спартака очки были сняты. Автомобилист, кстати, после этого матча может подняться на второе место и делить его с Йокери там. Да. У нас Спартак, как мы видим, дизморали. И Зубрик даже, похоже, не играет, или где он? И даже я бы сказал, что автомобилисты должны уходить на второе место. Все-таки разница шайб сегодня уйдет далеко в плюс. Поэтому... Смотрите, зубрику откройте. Самое будет что очень... интересное уже автомобилисты не играют э, с вратарем даже. То есть они играют 4 в поле, и я не знаю, есть ли смысл продолжать это спартаку. По-моему же можно, да, сдаться? Ну, техническое поражение будет. Ну, я не знаю, есть ли смысл в этом. И у нас, похоже, трансфер! Я... Что это такое? Что? Мы за это штраф должны давать. За что? За то, что он надел форму у Йокера Я не знаю, что сейчас... Решит судья. Это, но. Конечно, самый скучный матч, который мы могли видеть, но тут ничего не поделаешь. Конечно, могли там бороться Спартак, потому что... Ну и седьмая шайба залетает в рот Спартакам. Но при этом таймер по-моему не, не был включен ну и все уже почему не дают тот штраф зубрику за то что он не меняет форму я это, это бессмысленно по моему <laughs> за это дают ну ладно хорошо вот, вот сейчас за это можно было потому что после свистка продолжил игру за это можно было бы и дать штраф. Да, это какое-то неспортивное проведение. Ну, где наш... Судья? Мне кажется, что все-таки прои... проигрывать надо достойно. Извиняюсь, у нас судья там немножко шалит. Да. Так, Лисенок пытается как-то подбежать. Здесь его перекликивают три игрока. Это... Uh, похоже, у нас Олимпиада Майнкрафт Биатлон ЗД 2020 -го года. И сейчас, посмотрите, забивает тут богой на эту шайбу. Просто... Две шайбы. Нет, нет, кстати, две шайбы было на поле, и, возможно, гол защиты не будет. Неужели гола не будет? Засчитывают ли судьи? И сейчас какая-то, честно говоря, не разбериха, как происходит в чате. И пока ничего не делают. Мне кажется, кажется, мне кажется, стоит обсудить вообще будущие матчи. Да, можно что, уже. Обсудить. Что у нас ближайшее? А что у нас ближайшее? После момент? матча на э, Спартак должен быть сыгран Йокер Целоват. Mm -hmm. Йокерит Целоват. я думаю, что салават победит, потому что Йокерит что-то не может собраться, у них то. Э, вратарь. Хотя нет, вратарь у них редко не мог. Но у них то защита не может, то атака не может. Э, в общем, непонятно, чего у Йокера-то. И вроде как Гадзиан как... должен приходить, но Дадян не приходит и. Честно говоря. Какой, в принципе, прогноз вы можете дать на часть э, турнира, который проходит в формате лиги. Кто и... закончит на вершине таблицы? Я думаю, что ну Слават Лайф, это единственная команда, которая, так скажем, осталась э -э, Stanley, <rivers> лидером и с очками, э -э, потому что она сейчас самая сильная. Но э -э, вначале могли быть все команды самыми сильными. Ну вот Йокер, скорее всего даже я бы сказал, что был бы аутсайдером. Ну и то, если бы они все типа нормально отыгрывали, то ну было бы прекрасно. а кто кто мог бы помочь? А -а какой трансфер? Мог бы помочь автомобилисту или Йокерту приблизиться к Салавату нынешнему. Автомобилисту э, не нужен был трансфер, нужен был просто Додян. И все. Э, если имеется в виду автомобилисту, сейчас нужен какой-то трансфер. Сейчас, на. Да, я сейчас. думаю. Э, я думаю, не нужен, потому что в командах так сейчас. Возможно, возможно, можно из Салавата кого-нибудь взять, потому что в Салавате э, много есть игроков, э, свободных, скажем так. И можно было, ну, того же... Сурфа взять. Отличный игрок в защите. Но там, конечно, Элленд преобладает. Но что поделать. Вот. Но, как бы, если возьмут, я думаю, автомобилисты вот Влада, то есть Сурфа, то есть нашего аналитика, он тут тогда, в принципе, был бы неплохо. Я думаю, они даже могли бороться с Соловатом, потому что у Салавата тогда ну, остается защитник, конечно, да, но будем честны, но Эленд такой себе защитник, поэтому терять Влада, ну, это ну, это очень-очень плохо, и я даже не знаю, скорее всего, так не будет. Но посмотрим. ну, а из команды Спартак кто бы мог усилить команды из топ-3 внешнего? А команда Спартак никого кто не отдаст, из... потому что. Команда не, ну так так... просто представим, кто в теории из команды Спартак мог бы усилить держащую тройку. Mm. Ну, смотрите, как бы тут, как бы тут сказать-то, даже не знаю. Возможно, даже за счет обмена игроками, а не просто трансфера. Возможно, тема продакшн. Да, я думаю, тема продакшн. И Путин. гол 9:1 тем да, временем. Ну, мы же, конечно, не комментируем матч, потому что... Ну, <laughs> ну да, обсуждаем следующий матч. В общем, а, я думаю, что а, Спартаку... Кто может из Спартака? Ну, тема Продакшн, да, я думаю, он может усилить кому-нибудь атаку. Хотя, честно говоря, непонятно, кому нужно атаку усилить. Вроде в автомобилистах есть Тима. Возможно, он мог бы поиграть с Тёмой Продакшеном. И тогда да. Да, я думаю... Если бы, если, автоми... ну, в принципе, да, если вот то из Спартака, то только автомобилиста, потому что э, в Спартаке у нас, э, ну, в Спартаке нет таких прям востребованных игроков, это просто хорошая команда, э, ну, была, по крайней мере, с хорошими игроками, но они не имели, так сказать, преимущества в какой-то, на какой-то из позиций. Они просто играли ну, сложно я... и все. То есть никакая... Освежу в памяти. Сейчас до этого матча у нас в гонке бомбардиров первые три места имели по 21 голу. Это Фоксович, Team Продакшн, Тима 347. после этого матча Тима уйдет далеко вперед. Я думаю, что он забил немало сегодня. Да, в и... любом случае это баблату. И как вы считаете, продолжится ли борьба за место номер один в этом списке или же Тима его уже себе забронирует я думаю Тима скажем. получит по блату но мы посмотрим еще если именно в регулярном сезоне скажем так то есть вот групповая стадия вот это то скорее всего Тима потому что матчей осталось не так прям много и я не думаю, что Спартак кому-то еще по блату отдаст несколько шайб. Может быть, он соберется и там есть тема в Что-то если они соберутся. Либо они а, будут всегда получать а, техническое поражение, либо они будут, а, ну, чисто а, приходить в четвером. Но если они придут в четвером, то у них будет все нормально. Я думаю, у них есть защитник Узбагоин, Лисенок тоже хороший защитник. Тем продакшн хороший, в принципе, нападающий, и зубрик, но ну, неплохой вратарь. Ну а не показалось ли вам, вот исходя из прошлого матча Спартака, Слава что даже вчетвером особо ничего не создать и сделать не смогли. Я бы не сказал, что они прям вот ничего не смогли. Они показывали неплохо. И а, проблема в том, что... Ну, там... исходя из статистики, которая сейчас есть, счет по броскам в том матче. Очень... В, в этом матче 3, 3, на, 3 на 30. Пользу автомобилиста. На 30, сейчас что? Спартака вообще не получает. В этом, в этом матче. А, в текущем... В этом матче 3 на 30. А, Нам... Ну, в этом матче 3 на 30. Это понятно почему? Я думаю, тут не надо быть гением, чтобы решить эту загрузку. Но, так сказать, а если смотреть матч Спартак Салават, то счет 2-5 и целых 46 бросков Салават нанес по воротам зубрика означает ли это, что очень большие проблемы с обороной у Спартака? Я думаю, это не означает, что очень большие проблемы со Спартаком. А, Спартак выиграл, ну, в принципе, у него... У них никогда не было особо такой защиты, которая может защитить топовых нападающих. А топовые нападающие, топовые нападающие сейчас в Словате Юлаева. Словате Юлаеве. А, максимум это Тима в Автомобилистах, но, но он единственный там, то есть э, Тима в автомобилистах единственный пока в словате Юлаева есть в Салавате Юлаев есть э, два хороших нападающих и они между собой перекидываются и в принципе могут наносить удары, они наносят их за счет пасов, но реализация у них, к сожалению, хромает и... и Автомобилист сейчас забивает десятый гол, да, это уже двузначное число. Это да, это, это хорошо, наверное, для них, не знаю. Но, посмотрим. Ну, на данный момент самый разгромный матч, это 10-3 счет был. Угу. Сейчас счет 10-2, и я думаю, что автомобилисты не собираются останавливаться на достигнутом. Ну, а самое большое количество просто забитых голов, автомобилист Йокерит 10-4 в пользу автомобилиста был, также. Ну, да. Могут повторить рекорд результативности. Может перезайти его. Это правда. На ну, это ж... у них есть сейчас три с половиной минуты. No. А, что я хочу сказать? Так у нас тут, конечно, смешной момент. А, вратарь, видимо, хотел отбить это все своей пятой точкой, поясницей, так сказать. А нет, не поясницей, копчиком. А, но не получилось у него это сделать. А... И зачем-то мне пишут, дайте им ТП и все. Хотя я не судья. Ну, спасибо. А, ладно. Счет 11-2. Здравствуйте. Здравствуйте. Какими <связь> судьбами? Лали-лали, <связь> Просто пришел сказать здравствуйте. А, Тим, Тима Тима забил в этом матче уже 8 шайб и... Уверенно будет ли делать списки бомбардиров? Ну, ей, естественно, чей чисто пришел и фармит ста, ста, статистику на Спартаке. А, Зубрик чисто бегает. А ста стрим идет, да? Да. ста ста ну, Здравствуйте. Да. А это у нас Элент... Да, да, администратор этого администратор проекта. Администратор этого проекта. Главный, да. да это ну и аналитик. Да, и судья, спеши. и игрок. Да. Все в одном. Все в одном. А... Да. Да. И... Так, что я хочу сказать насчет... Этого? Да, Спартак Луна А, все, ясно. Зубрик исключен из игры. Ясно. А можно это закомментировать, как бы не тут. <свят> <Да> чёр, <свят> так, я, я напомню, счет да, у нас да. же стал 11-2. Почему в таб... здесь еще 10-2 стоит? Теперь 11. Ой, это рекорд по забитым шайбам. Ну, с <свят> одной команды. Нет, так, было. Команды... В первом саловат, а, что ли, там 18-10. Соловата с <свят> 10-3. А, ну, а, а, ну в первом сезоне, в первом ну, сезоне. Да, в первом да, сезоне ты сам... мешал или как? Ладно, короче, я пошел. Угу. <свят> Так, значит, что я скажу насчет вот, автомобилистов? Самое, что интересно, в начале сезона рекорд поставили против них и в самом первом же матче, по-моему, сезона, да, если не ошибаюсь, mm. или втором, а, неважно. Пять, первым, первым, здесь главный, автомобил... так, первом. Десять три автомобиля. Вот. Плават. И, получается, сейчас автомобилист ставит рекорд по забитым шайбам. Ну, что ж. А уже до этого его повтор... смог повторить против Йокерта. 10 шайб они уже забивали, А, а теперь, и... да, 10-4 они выиграли у Йокерта, и а. теперь они повторяют рекорд. Ну они повторяют, уже превзошли его. Тогда понятно. Честно говоря, сезон становится все неинтереснее и неинтереснее, если, 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 если из-за какого-нибудь... Йокер это. Я думаю, кстати, действительно хороший был бы трансфер Тюма продакшн э, в автомобилистов Я думаю. Потому что Ну, я не думаю, что им нужен еще один нападающий хороший. Я думаю, э, им нужен, потому что э, Иногда нужно уходить в атаку и э, иногда тип, Ну не, не нуждается в защите, скажем так, э, особо ворота Потому что там Стоит Хард, и Хард сейчас очень хорошо набрал форму и очень хорошо э, защищает свои ворота сам. Поэтому я думаю, что второй нападающий, ну, это было бы очень сильно, потому что, в принципе, по реализации у них все хорошо. И э, если будет Тёма Продакшн, который э, реализовывал в Спартаке очень много опасных шайб, и э, был бы, допустим, вот там, он еще бы комбинировался бы с Тимой, Тима тоже неплохо реализует свои моменты. Я бы сказал, даже не хорошо. И Тима плюс Тима продакшн, я думаю, это была бы хорошая связка. Но такого страшного... но сейчас автомобиль... автомобилист выходит на первое место по забитым шайбам на турнире. До этого лидерство принадлежало Салавату. А у них сейчас 42 забитые шайбы автомобилиста. До этого матча было 37. Уже 48 на момент. И 3,5 минуты играть но при этом у Салавата будет матч в запасе. Да. Матч против Йокета. Тем временем, как мы видим, дисквалифицированного топчика, который смотрит, как рушится его команда. Да, конечно, возможно, для него неприятное зрелище, но он сам выбрал такой путь. И, И я, к сожалению, не снимал игру, но там, по-моему, гол? Нет, шайба застряла сверху. А ее а убьет Видимо, нет, ну нам и не надо. А, так, вот что я хотел сказать. Я, вот, да, это трансфер. На самом деле, а, в чем прикол? А, не интересно... А, этот сезон становится более неинтересным. Все потому, что раньше, вот в самом начале, в самом-самом, все команды конкурировали. Вот каждая команда... На которой ты не посмотришь, она была конку конкурентно Максимум это Йокерит, который иногда просто. Ну, не шла у него. Не шла у них игра. И в Йокерите. Ну, иногда просто не могли ничего сделать. А, но так у них был хороший состав. И в первом матче они себя показали очень хорошо. Был Спартак. А что? Был а, у нас автомобилист. Автомобилист а, от чего пал у нас? От того, что была ошибка судьи, оттуда ушел Снэд Шторм, оттуда ушел Оскар, оттуда ушел Дадян э, в Йокерит. И все, и автомобилисты как бы переформировали свой состав. Ну ладно, допустим, вышли... А с... что вы думаете, да. что вы думаете, вот, э, все-таки, какой состав автомобилиста сильнее в перспективе? Тот, который был изначально с Дадяном, с Стормом, Конечно, вот, Оскаром, в или они... которые сейчас. Они были максимально конкурентно способны, они, по крайней мере, более надежные. То есть, если можно ну, назвать... сходя с первого матча, они пропустили 10 шайб сразу же. А там не пришел Дадян. Если мы имеем в виду полный состав, то он был максимально надежный. то есть в том, проблема в том, что сейчас, каким бы автомобилист хорошим не был, он а, ненадежный в любом случае. То есть он... Нету таких вот четких лидеров, которые прям вот точно-точно вот сейчас забьют. А был ли сейчас гол? А, непонятно, но есть на повторе, там было хорошо видно, если что. Поэтому если там не было... Гола... Мне показалось, что гол был. Но судья стаю, возможно, вар. Ну или общий гол сейчас залетел уже как минимум со тройки пытки. Так что третья шайба должна быть засчитана. Да. А, так, что я хотел сказать? А, тут играют или нет, я не понимаю просто. Ну, вроде как, Время таймер... Остановлен. таймер остановлен, значит не играет. А, вот что я скажу. Вот. И потом просто топчика выбрасывают из. О, не выбрасывают, дисквалифицируют а, из Спартака, и Спартак теряет, теряет лидерство. То есть Спартак был хорошей командой. И по, по сути из-за топчика он она разрушилась. Но, возможно, она была хорошей именно из-за того, что топчик использовал кликера. Мы не знаем. В любом случае. Автомобилисты, как мы видим, сейчас хорошо себя показывают, но Йокерит сейчас в отстающих, так скажем. И у них это не, ну, у них не получается что-то сделать. Остается у нас Салават, который имеет лучший состав, самый, самый надежный на этом сейчас сезоне. И как бы, ну, обыграть им автомобилистов, я думаю, не составит труда, если у них придет Кешка, потому что все проигранные матчи, они чаще всего происходили из-за Кешки. То, что всегда не было Кешки, и были проблемы с договорными матчами, скажем так, о том, что договаривались на какое-то время, но тогда Кешка не смог прийти, и эту проблему нам описывал уже Суров, насколько я помню, в интервью, либо он написал лично, не помню. Салават, после того, как обнулили результаты матча Спартака, не пропускал ни разу больше четырех шайб за игру. Ну вот, да. Поэтому мы видим яв явно лидера в лице Салавата. Это, соответственно, скорее всего, победа, если что-то еще не случится на нашем, в этом сезоне. Но я сомневаюсь, что что-то может случиться еще. И в автомобилистах, как бы... Ну, ненадежная команда. Будем все же говорить, потому что защита, ну, будем откровенно честны. Э, есть получше защита. Она есть у Салавата, как раз. Э, атака, ну. Да, Тима есть, но его не хватает одного. Не хватит одного, если э, на самом деле словат э, перестанет выходить в атаку. Потому что я не понимаю, зачем они переформировывают своей свой тактики и выпускают а, атакующих постоянно чтобы идти больше в атаку когда у вас счет и так 2-0 ну это не счет и так 2-0 то есть ну это глупая ошибка капитана но честно говоря она странная как по мне и двух атакующих хватает я не знаю зачем они идут в три атакующих но возможно, им так удобнее и или реализуется так быстрее. Вот, э, возможно, со стартовым составом можно было бы начать э, с три нападающего. Это я еще понимаю. Чтобы в начале быстро. Э, когда все, все еще не разыгрались, когда все потеряли. Две шайбы работы. сейчас на поле было. Две шайбы, да, зубрик подбирает две шайбы. И Я не понимаю, почему до сих пор не дали э, штраф за спортивное поведение. Ой, за неспортивное поведение. И непонятно. Но. У нас очень долго тянется матч, зато мы можем поговорить. Не знаю, кому это интересно, но в любом случае мы поговорим. Нам делать больше нечего особо. Не в киберспорт же пробиваться. Вот, значит, что я скажу. Поэтому да, пока ничего такого мы не наблюдаем. Интересного. 12 шайб там уже у автомобилиста 3 шайбы у Спартака и... Да. Остается сколько у нас до конца матча. Минута 30. Минута 30. Мы ждем. Честно говоря. Кстати, перед матчем вы спросили по поводу топщика у меня и у Кулгая. А что вы сами думаете об этой ситуации? Я думаю, что... Честно говоря. Я не думаю, что когда мне сообщили, что типа, топчик. Как вот именно сообщил об этой проблеме Фоксович, за это банить нельзя. Это недопустимо, потому что это не доказано. как бы ты. Еще один гол, кстати, автомобиль забивает. как бы ты не. Как бы не смотрел, как он прям вот так кликает быстро или что-то делает. Ты всегда можешь ошибиться, всегда может залагать сервер. И, возможно, звук будет такой, что ты Несколько раз нажал. Всегда может быть заминки э, мышки, всегда может быть дабл клик на мышке, я не знаю, любое, что может быть на мышке, любое может прям зайти. А, то есть, и четко, то есть, я не видел четкого, а, не доказательства скорее, даже просто, хотя бы даже слова того, что они нашли кликер. Не знаю, слышно? Да, меня слышно. А, того, чтобы они нашли просто кликер. Вот когда они найдут кликер, пожалуйста, я вот одобряю этот бан, но пока для меня непонятно, а, именно за что бан. То есть, да, они проверят, допустим, а, видели, как топчик очень сильно кликал, но на деле то ты не мог проверить, сколько у него КПС, потому что, возможно, он очень быстро кликал, прям очень-очень-очень. Я не спорю об этом, а, но... Я этого не видел, по крайней мере, я этого не замечал ни в одном матче, абсолютно, потому что что бы ты ни делал, он просто. Ему в любом случае просто давали пасы. То есть, э, если он перекликивал, то максимум в каких-то мизерных моментах. Я не говорю, что за то, что он перекликивал в мизерных моментах благодаря кликеру, это не читы теперь, это читы, безусловно. Но докажите их. То есть, явного доказательства нет. Как по мне, ну. Но... Бан не должен был даваться. Ну, по крайней мере, хотя бы. Э, если так, то дисквалифицируйте, но не. Э, так скажем, не. Не. Наказывайте за эту команду команду. Потому что. Да, да-да-да. Потому что не все понятно, на самом деле. Не стопроцентный бан. Ты не знаешь, точно клики. Можно было отстранить хотя бы временно. Да, можно было отстранить временно и э, до выяснения обстоятельств, скажем так. То есть, ну... Как по мне, это ошибка. С другой стороны, была, была ли бы возможность выяснить эти обстоятельства в другое время. Да, возможно, э, непонятно. Но как, к, к примеру, можно было бы попросить э, прекрасного программиста, э, Сурик Даймонда, который, кстати говоря, скоро вы, выпустит обновление в МХЛ. Да, это анонс. Но, да, вот. Э, ну, матч закончен. Было, да, показывайте. что Это да, может... рекорд, я думаю, который еще очень не скоро будет побит 15-3. Ну и не знаю, стоит ли вообще брать интервью игроков Спартака. Ну, игрока автомобилиста. У, кого? у Тима можно было бы. Да, вот так вот. Спартак просто, похоже, сегодня разбит. Я думаю, и морально, и... И... И просто, в принципе, разбит, потому что, ну, без топчика, у них не хватает игроков, у них, ну, возможно, они сейчас не договорились, но, по крайней мере, то, что я сейчас вижу, у них не хватает игроков, чтобы прийти, у них нету хороших нападающих, судя по прошлому матчу из-за темы, ой, из-за из топчика теперь. И все очень плохо для Спартака. Спартак, к сожалению, похоже, уходит в, так сказать, запой. нам, да. назовем это так. Ну что ж, Тут, я думаю, постаналитику нет смысла. Я, я думаю, что они просто не поймали кураж. Да, это точно сказано, это точно. А, не использовали бкбшечку, не а, пушили как lgd. Ну и да, в принципе да. Согласен, здесь согласен. Ну и конечно не было на воротах кулгай. Cool Если бы был на воротах кулгай, cool ну все. Как вы думали, вы думаете смог бы автомобили забить? Нет конечно нет, а, ну что ж, я думаю проводить пост-аналитику нет смысла, потому что ну и так все понятно, с разгромом в автомобилисты выиграли Спартак, 15-3 счет, поставили рекорд, мы все что могли уже обсудили во время матча, так как матч был скучным и комментировать особо было нечего, поэтому я думаю нам нужно закругляться, как сказал бы Кулгай cool Всем э, спасибо за просмотр. Это, возможно, было для вас скучно, но надеюсь, вы оставаясь с нами. Э, сегодня интервью тоже не будем брать, потому что ну, в чем вопрос, что мне, какие мне вопросы задавать? Поэтому да. Ну, um... можно было бы узнать, Тима, что он думает по поводу лидерства в бомбардистской гонке. Ну, честно говоря, его тут нет. Ну, все же. Что ж, ну, мы прощаемся. Увидимся на следующем матче. Следующий матч у нас вроде как слават против Йокерит. И это будет интересный матч. Поэтому мы увидим а, с вами. Перспективе скоро. матч Простите? за первое место. Да, в перспективе матч за первое место, но. Хотя нет, скорее Автомобилист даже сильнее, чем Йокерит. Но в любом случае. Не, ну на данный момент разница между командами да, 3 да, очка. По очкам, очкам, да, да, да. Точно. Ну что ж. Увидимся. В следующих матчах с вами был лучший комментатор всех времен и веков да всем Сук пока даймонд и с вами был лучший аналитик всех времен и веков Сорф. всем пока всем пока